вас сегодня есть возможность поздравить программу с очередным днем рождения и что-то пожелать? Ну, естественно, желаю процветания, продолжения этой передачи и здоровья и успехов, чтобы все было хорошо. Продолжайте в том же духе. Я вас от всей души и, наверное, от всех таганрожцев, потому что вас очень многие знают. Я вас поздравляю, желаю вам процветания, желаю вам мирного неба, желаю вам хороших кадров, желаю вам хороших друзей, желаю вам, ну что еще, ну чтобы в программе принимали участие только позитивные люди, и чтобы вас все любили. Вот так. Так что поздравляю вас. 22 года – это огромная дата. Я хочу поздравить создателей этой программы и всех любителей этой программы с тем, что у нас есть такая прекрасная программа, и пожелать, чтобы она развивалась и помогала нам во всех вопросах нашей жизни в нашем городе. Да, безусловно, я поздравляю всех, кто причастен к этому проекту, потому что проект, на самом деле, казалось бы, вроде так, ну, как бы ничего особенного, да, то есть какие-то опросы, публикации, но на самом деле в настоящий момент это очень актуально, потому что именно такие опросы, это сподвигает на живое общение, так как вот интернет сейчас захватил все. Кстати, на вашем же канале я смотрела, был выпуск об интернете, где представитель храма, значит, развивал эту тему, и он правильно сказал о том, что, значит, информация, да, которую мы потребляем, ну, я сейчас немножко своими словами доношу суть, она должна быть дозирована. Так вот, когда человек общается вживую, она действительно дозирована, она, ну, как бы развивается так, как нужно. Поэтому спасибо вашей программе большое, развивайтесь дальше, проводите опросы, обязательно публикуйте всю информацию, которую вы считаете нужным. Еще хочу подчеркнуть, что очень мне нравится в вашей программе это именно какие-то выпуски в преддверии праздников. Это очень важно, потому что это сохраняет культуру. Люди не должны забывать о том, с чего все началось. Я поздравляю вас. Хочется пожелать побольше зрителей, чтобы интересовались, потому что у нас такой приятный город. Прекрасный город. И ваша программа очень нужная. Ну, я считаю, что это нужная программа. Вот. Всего вам хорошего. Я поздравляю коллектив программы «Обо всем понемногу» с таким прекрасным днем рождения. И желаю творческих успехов. Желаю, чтобы у них ролики всегда были такие же теплые, с такими теплыми пожеланиями, что когда смотришь и зарисовки, и все, просто получаешь истинное удовольствие. От всей души поздравляю с годовщиной очередной вас и вашу программу. Хочу пожелать вам новых творческих успехов. Нелегком, прямо скажу, деле. Вот так ходить, сюжеты собирать непросто. И выискивать, и освещать их. Поэтому всех благ вам желаю, удачи и всего самого хорошего вам. Здоровья прежде всего. Накануне дня рождения вашей программы хочется в первую очередь сказать большое спасибо за саму программу. Она разносторонняя, интересная. В ней вы можете найти и советы докторов, также кулинарные рецепты, очерки о нашем городе. Это позволяет в первую очередь нам общаться с большой аудиторией, а пациентам, не выходя из дома, получить иногда дельный совет. Я желаю вам творческих успехов, процветания, расширения аудитории и никогда не болеть. От всей души поздравляю программу «Обо всем понемногу», ее ведущая Евгения Токаряна, с днем рождения. В этой программе я принимаю уже долгие годы участие с большим удовольствием. Желаю удачных кадров, хороших съемок, красивых сюжетов и благодарных зрителей. С днем рождения! Передаче я желаю успехов, новых творческих, продолжения, чтобы была такая активность, и чтобы еще многие десятилетия эта передача сохранилась, так как здесь вы получаете
мне так кажется, очень много полезной информации не только для здоровья, но и для там, здоровой полезной пищи. И все-таки 20 лет с лишним – это долгий срок. И раз передача продолжает существовать, это действительно она нужна. Она нужна всем нам. Желаю еще раз успеха и здоровья. Я хочу поздравить от всей души автора и ведущего великолепной телепередачи «Обо всем понемногу» Евгения Степановича с днем рождения программы. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем благородном деле, как можно больше добрых и отзывчивых зрителей. Дай вам Бог на долгие годы процветания, успехов и благополучия. С днем рождения! Дорогая передача «Обо всем понемногу», уважаемый Евгений Степанович, я от души поздравляю вас с очередной годовщиной вашего выхода. Являюсь вашим непрестанным зрителем, а по возможности стараюсь быть даже и участником. Я вижу, сколько добра, такта вы проявляете, когда снимаете свои интервью, когда монтируете передачи. С очень большим уважением отношусь к вам, благодарен вам за все, что вы делаете. И, конечно, желаю, чего желаю? Творческих сил, помощи Божией. Пускай Господь Бог помогает вам в деле вашего служения. Пускай все у вас будет хорошо. Благослови вас, Господи, чтобы вы могли так же и дальше нести доброе, чистое, светлое. Еще раз от всей своей души поздравляю.